Как создается смеситель? Для создания одного такого смесителя требуется 27 деталей, 30 производственных этапов и 100 операций, выполняемых вручную. Сборочный цех компании «Hansgrohe». В сборочном цеху компании «Hansgrohe» отдельные элементы соединяются в единое целое. Смеситель обретает свой окончательный вид. Как это происходит? Сначала на сборочную линию поставляются все необходимые детали. Они подаются со склада с помощью автоматики. На этом этапе важна не только скорость, но и точность. Система считывания штрих-кода гарантирует, что по транспортной ленте доставляется нужная деталь. Все детали – картридж, аэратор, рукоятка, шланг, подача воды и прочие – присоединяются к корпусу смесителя. Что, когда и в каком количестве должно быть собрано, определяет клиент. В зависимости от текущих заказов собираются нужные виды изделий. Линии сборки, спроектированные и произведенные самой компанией «Hansgrohe», учитывают особенности продукции и обеспечивают оптимальный рабочий процесс. Но каким бы быстрым и универсальным ни был процесс сборки, основное внимание уделяется качеству. В конце сборки в коробку добавляют инструкцию. Контрольное взвешивание подтверждает, что в коробке находятся все необходимые элементы, ни больше и не меньше. Упакованный смеситель поступает на центральный склад в Оффенбурге. Со склада изделие отправляется дальше по месту назначения – в Москву, Сингапур, Сан-Паулу, Кейптаун и другие города.